Находясь на учебе, узнаешь много нового, интересного, особенно виды почерков наших студентов. Ну вот как можно разобраться в написанном? Оценки еще какие-то стоят? Просто как бы нет вообще разницы в написанном. То ли дело мы пишем. Вот все буквы. А, ну как это тетрадка, ну-ка разберемся. Да, вот это почерк. Это какая-то штамповка, а не почерк.